Контрнаступление ВСУ продолжается. Украинские воины освобождают свою родину. И хотя планы любят тишину, но все же некоторые детали и позитивные новости просачиваются с фронта. На Донецком направлении украинские герои освободили нескучное, благодатное Макаровку и Сторожевое. Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть ворогам! Украина! Слава! Усе! Путин! Также ВСУ достигли успехов на запорожском направлении. В частности, запорожская отдельная бригада ТРО сообщает об освобождении Новодаровки. И, конечно же, важно помнить о том, что каждый метр освобожденной земли – это титаническая работа наших защитников. Выгоняем с нашей родной земли ворога. Это самые приятные чувства. Украина переможе. Украина понад усе.